особое впечатление на меня произвел пленум ЦК КПСС, когда злой памяти этот Горбачев под видом того, что, мол, надо омолаживать структуры, попытался удалить в отставку самые опытные кадры, которые были еще при добром здравии. К сожалению, моему глубокому, преимущественно все, склонив головы, приняли это. И только Гейдар Алиевич резко, решительно, как и надлежит истинному мужчине и мужу, бросил в лицо Горбачеву, что он делает абсолютную ошибку, что он не прав и что он не согласен с этим решением, и гордо вышел. И всем было стыдно тем, которые безропотно приняли это решение этого меченого человека.